Регулярные совещания по охране труда в газопромысловом управлении проходят не для галочки и в форме живого общения с коллективом. Выражаясь современным языком, в этом главная фишка, позволяющая повысить эффективность мероприятия в целом. На пятом промысле они проводятся иногда даже чаще, чем установлено регламентом. Ведь если возникает тема, то ее можно и нужно обсудить, не дожидаясь даты в протоколе. Сегодня мы провели очередное совещание по охране труда, рассмотрели листки внимания, ознакомились с замечанием Газпромгазнадзора. Это обычная практика знакомить рабочих с этими документами, собираться, обсуждать, вовлекать их в управление охраной труда. Это делается регулярно. Стараемся делать это чаще, чем раз в месяц. Ключевое слово – вовлекать. Как нельзя лучше, для этого подходит формат живого человеческого общения. Тематика всегда находит отклик аудитории. Вместо сухих цифр – дискуссия с обсуждением причин того или иного события. В газопромысловом управлении хорошо понимают, что… Жизнь и здоровье человека бесценно. Это самая главная ценность. Если металл можно сварить, то человека воскресить не получится, починить. Поэтому самое важное – это сохранение жизни и здоровья работников. А для этого необходимо соблюдать охрану труда. На совещании по охране труда, которое состоялось на пятом промысле Ямбурского месторождения, побывал корреспондент Юрий Грига.